Смотри. Не понимает он ничего, колбасный подмышка. Привет, ребята! Сегодня снимаем дополнительную новую историю. Сейчас будет проход классный. Как фантомат приезжает в Россию к профессору Кукушелю, другу Виктора Бонбона. И все увидите на экране. Сейчас, внимание! Начинаем съемку. Поехали. Прощайте, профессор! Спасибо за березовый класс! В Африке мне это пригодится, профессор! Да, дорожка не близко! Спасибо! Пока. Да ё-моё! Сейчас в этих старых туфлях, думаю, пойду-ка я последний раз сегодня по вечерам прогуляюсь, бля. Смотри, пацаны, что нагулял, бля. Смотри, видели, который такой? Смотришь, что? Ради прикола одел, думаю, ладно, последний вечер. Ёшкин кот, а? Что делать, ёшкин мотор, кстати, тоже новые. Так. Что, кто подскажет, что делать дальше? Вот что радует, пацаны, что носки без дырки у меня сегодня. Но мне же еще на вокзал бежать. А после вокзала я уже, скорее всего, е-мое. О, кстати, легче стало. Слушай, ну вот я как этот тот самый крестоносец или рыцарь, у которого латы лопнули, блин, после битвы, блин. В общем, ребят, смотрите, да, какая хрень. Первый раз такой в жизни. Просто... Кстати, боты не дешевые. Купил их фамилии, они полностью кожаные. И виду у них как у парашютных ботинок. В общем, однажды они у меня лопнули. Хотя хожу я всего второй сезон в них. Вот так вот Шурик шагает. Вообще на мне обувка горит. Ребят, в общем, все. Класс, да? Не, мне самому нравится, это прикол. У меня сейчас встреча с актером. Может быть, даже с заказчиком фильма. А я тут с дыркой иду, блин. Все, пацаны, насмешил вас, да? Лопнула обувь, прям лопнула. Вот, да, все, рад видеть был. Рад. Ага. Вот, люди узнают опять. Все, пацаны, смотри, сейчас что будет. Классная вещь. Не, это хороший знак, конечно, надо. Что-то сейчас будет, большие перемены ждут нас. Все, побежали. Елки-палки, парень приехал уже. Сейчас надо будет торопиться, а до ЖД вокзала еще. Хоть на одной ноге прыгай, блин, уже. Елки-палки, а. Это ж надо, блин, прикольно. Вот так, ребята, после съемок сушится гонорар наших актеров. Режиссер случайно уронил баксы в воду. Но ничего, я думаю, что в обменном пункте у нас их примут. Ну что, актеры, под роспись получаем доллары. Чтобы стать иноагентами. Да. Для особо впечатлительных, ребята, о, один улетел уже. Это была шутка. Наша обычная киношная шутка. Но бумажки мокрые, поэтому
наверное, мы их оставим здесь на досуг. На потеху детворы. Ребят, ну пацаны любят маленькие. Может, поиграют во что-то. Нет, они их бросят в пруд, поэтому придется, да, придется забрать. Досушивать, да? Уже. Чтобы это. В тепличных условиях. Александр, так ты, то есть, вот за последние полгода снова какие-то рассказы написал, да? Да, конечно. Сейчас у меня идет сериал фантастических рассказов под общим названием «Иньяндр». Речь идет о гендерморфах, которые наполовину мужчина, наполовину женщина. Прямо ровно посередине идет. Это инопланетяне, да? Ну, у нас тоже вот в 14 веке был один зафиксирован в медицинской энциклопедии гендерморф. Вот, а вообще в норме это у улиток такие могут быть, а химеры. А теплокровные они обычно не бывают химерами. Но есть люди химеры, но чтобы еще и гендерморфы, чтобы не так, что обе половинки, скажем, женщина, а так правая половина, скажем, мужчина, а левая женщина. А у инопланетян еще может быть правая. Мужчина с фрактальной рукой, вот, а женщина с обычной рукой. А фрактальная рука? Это когда от локтя идет еще продолжение, как будто две кисти от одного локтя. Уроды какие-то. Нет, это фрактальные руки. Дело в том, что на Земле тоже есть фрактальная, с фрактальными конечностями. Но тут пять пальцев, это же тоже разветвление. Но от ответвления может идти и от локтя, и от плеча. Так что... инопланетяне могут и быть гендерморфы, и фрактальные руки, и непарноглазые, и непарнозубые, у которых в середине один зуб, а не два. А где читают рассказы твои, Александр? А очень просто. Рассылка новости лаборатории «Наномир». Вот четыре слова. Рассылка новости лаборатории «Наномир», и вы выходите на эту рассылку. Там вышел, вчера вышел 1066 выпуск про как раз новую энергетику, а предыдущий, 1065-й, это «Как вернуть молодость» в следующем году. Да, это вот сейчас это самое актуальное у тебя, «Как вернуть молодость». Да, потому что, чтобы было время, нужно, чтобы была вечная молодость. И вот как это сделать, написано как раз в 1065-м выпуске. Вот, пошла. Ага, есть. Сейчас я буду пить. Пить буду. Замечательно. А где же ваш клад? Сейчас выясним. А вы вообще по жизни-то кто? По жизни? Да, хороший вопрос. У меня много профессий. Профессор. Ну, какая любимая-то? Я плод воображения нашего общего друга Виктора Бонбона. Ну, понятно, что плод воображения, а по жизни-то кто? Но в его отсутствие я артист Парижского кукольного театра. Вот теперь верю. Верю. Еще ничего вам не показал, профессор? Тогда не верю. Сейчас вы все увидите. Сейчас. Наведите пока на бананы. Бананы, пожалуйста. Я хочу удивить вас, профессор. А вот и кот. Тогда на кота. Сейчас будем удивлять котейку. Поздно, он ушел. Сейчас я появлюсь в кадре. Сделайте крупный план. Дорогая, я принес тебе салат. Черт. Дорогая, где ты? Я принес тебе салат, милая.